В городском дворце культуры состоялась благотворительная елка. Традиционно она прошла в предновогодние дни и собрала детей с ограниченными возможностями, мальчишек и девчонок, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, детей из многодетных и приемных семей, а также школьников, которые преуспели в учебе, спорте и творчестве. Всего на праздник были приглашены 426 юных речичан. В праздничную атмосферу мальчишки и девчонки окунались прямо с входа. В фойе городского дворца культуры звучали новогодние песни и зажигательно исполнили воспитанники Центра творчества детей и молодежи. Благотворительное праздничное представление состоялось в рамках республиканской акции «Наши дети». Открыл мероприятие заместитель председателя райисполкома Александр Горбач. Новый год – особенный праздник, когда мы все ожидаем чудес, новых впечатлений, радостных событий, добрых перемен. Он приносит нам надежду на новые успехи, удачу, исполнение самых заветных желаний. В канун Нового года каждому хотелось бы заглянуть немного вперед и в будущее и узнать, что принесет оно с собой. Думаю, что в будущем году нас ждет еще больше приятных и радостных событий. Дорогие ребята и взрослые, присутствующие в этом зале, примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом. Желаю всем большого счастья, удачи, мира и благополучия в 2018 году. Пусть Новый год для всех нас станет символом надежды, мечты. Пусть принесет в каждый дом покой, достаток и благополучие. Пусть каждый из вас верит в то, что в будущем году исполнится все ваши, даже самое заветное желание. Хочу также вам сказать, пожелать, что в этот Новый год в каждому из вас, в каждую семью пришло волшебство. А оно придет, в него только стоит поверить. Удачи вам всем! С Новым годом! Новогодний спектакль-сказку под названием «Летучий корабль» для детворы подготовили актеры театральной студии «Маски» метизного завода и танцевального коллектива «Кураж» детской школы искусств. Любая сказка имеет свой смысл и несет мораль. «Летучий корабль» учит тому, что любовь, доброта могут творить чудеса. Поставленный на сцене городского дворца культуры спектакль рассказывает о том, как царь-батюшка решил свою дочку царевну Забаву замуж выдать за того, кто выполнит его задание. Ивану и Полкану пойти и принести мне дом, не знаю что. Даю подсказку. Идти надо туда, не знаю куда. Срок вам 3 дня. Как раз праздник, Новый год. Успеете к сроку, сыграем свадьбу. Нет, ох, уже не сносите вам головы. На долю влюбленного Ивана Печника, который сватался к принцессе, выпало немало сложных испытаний. Их он преодолевал благодаря дружелюбию, честности и доброте. По ходу развития событий юные зрители знакомились с разными сказочными персонажами. Каждый из них был по-своему интересен. Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной.
музыкально-театральной постановке «Летучий корабль» много песен, танцев, красочных декораций. А еще это красивая история с увлекательным сюжетом. Поэтому и дети, и взрослые с удовольствием и хорошим настроением наблюдали за происходящим на сцене. А вы-то куда это собрались? Он же не сбежать ли? Тут, доча, такое дело. Балкан наш чудо заморское раздобыл. Летучий корабль. Вот он, диво дивное. Да, это я его нашел. Вот и видишь, какой Алкаша. Да ничего. Это я летучий корабль раздобыл. И все мне помогали. И дети, и водяной, и бабки Лёшки, и шамаханская царица. А ваш полкан врет. Забава, смотри. Земля, прощай, в добрый путь. Так, чего вот это все? Ну, не дано. Не дано нам летать. Чего толку хотеть того, чего не будет никогда? Мечты — это же ничто. Не увидеть, не потрогать. А мы мечтаем. Многие говорят, пустая трата времени. Но еще говорят, что у кого-то сбылось. Пусть все ваши мечты и желания обязательно сбываются. А главное что? «Летучий корабль» — сказка со счастливым концом, которая рассказывает о том, что вера в мечту придает сил, помогает преодолевать различные препятствия и, конечно же, творить и любить. Не забудем мы друг друга, будем встречи ждать и веселиться вместе. Завершилось сказочное действие поздравлениями и ярким карнавалом. К слову сказать, каждый ребенок, приглашенный на благотворительное мероприятие, получил сладкий подарок.